Мам, ну нас снимают, ты хоть скажи, что мы делаем. Хорошо, ты отвечаешь на вопросы, а я их задаю. Договорились? Ладно, да. Ладно. Ага. Что вот на текущий момент является самой настоящей ценностью жизни для тебя? Голос. И семья, и все остальное. Ну, семья и голос. Это для меня самое главное. А что тебя заставляет улыбаться чаще всего? Не знаю, разные вещи. Какие, например? Иногда я могу просто расплыться в улыбке от того, что я села в такси и слушаю плеер. Ну, а иногда я выпрашиваю конфету и не зазря беру такая фото. Не знаю. От разных вещей это просто не скажешь. А расскажи мне, пожалуйста, вот если бы тебя попросил кто-то, а вот я тебя и попрошу, давай опиши себя 5 словами, 5 качествами. Как бы ты себя описала 5 словами? Давай попытаемся. Умная, красивая, талантливая, упоротая и не слишком жаворонок. Смотри, а если бы ты стала учителем, представь себе, на несколько часов у всех на свете, чему бы ты научила? Что у тебя получается лучше всего? Я бы, скорее всего, если бы стала учителем, кем я и давно хочу стать, то музыкальным. Поэтому по первому вопросу, когда меня спросил наш журналист, что дороже всего в жизни, я ответила: голос и семья. Потому что я, вот, например, не представляю свою жизнь без голоса. Хоть иногда там, когда мама говорит: повтори свои песни из репертуара. Я такая: не хочу. Я вот сейчас вот, типа там вначале с телефончиком посижу, потом там в ванну залезу, потом еще что-то там, мне что-то там, что-то там. Но голос ты ценишь. Да. И я бы, скорее всего, стала музыкальным учителем. По голосу, скорее всего, по вокалу. Ну, вряд ли по фортепиано, хотя я ее играю, но лучше, скорее всего, по вокалу. Поэтому, скорее всего, я бы научила бы, чтобы дети хорошо пели глиссандо, крещендо, диминуэндо, чтобы они смогли уходить с тихого на громкий, с громкого на тихий и могли там как-то менять тональности. Для этого нужен глиссандо, например, чтобы менять тональность. А это вот я сейчас сделала и крещендо, и глиссандо одновременно. То есть я вначале начала тихо и низко. А потом раскрылась и высоко начала петь. А потом я на диминуэндо ушла, то есть я спела. Это крещендо, а потом с этого звука. Прибрала его. То есть диминуэндо это с громкого на тихий, а крещендо это с тихого на громкого, с тихого на громкий, и глиссандо это смена тональности. Это, например, есть мини-тональности без всего. Что тебя вообще больше всего удивляет в жизни? Вообще? То, что ты не можешь понять. Сейчас подумаю, даже не... Пока наш кинорепортер может сделать небольшие перебивки. Удивляет то, что вот когда Земля, она мне вчера папа объяснял, что типа, что люди, которые сейчас находятся внизу, они не ходят вверх ногами. Я говорю: как же они не ходят вверх ногами, если мы вверху, а они внизу? А он, папа мне объясняет, что Земля же крутится, и скоро, получается, у нее нет ни вверх, ни низа. Я говорю: ну, на тот момент, и они же все равно ходят вверх ногами. А папа такой: блин, ты это не понимаешь. А я, ну, и вот это вот я не понимаю. Это тебя и удивляет. Да, это меня и удивляет. Смотри, ты организовываешь путешествие, куда бы ты поехала?
на один день. Можно везде. Куда бы ты отправилась? Я бы... Ну, лучшее место на Земле для тебя, хорошо? Летом. Севастополь летом? Угу. И Томск зимой. Короче, вот так. Мама родилась в Севастополе, мы ездим летом в Севастополь. Папа родился в Томске, мы зимой ездим в Томск. Ну, гармония же. Вот так. Спасибо тебе большое за такое чудесное интервью. Практически как у взрослого человека было интервью, да? Да. Как думаешь, справилась? Угу. Великолепно. Всё. Дай пять. Оп!